Если зимой альтернативы привозным овощам и фруктам нет, то сейчас на пике популярности продукция, выращенная руками наших местных тружеников и вобравшая все витамины под летним дождем и солнечными лучами. А вот чтобы продать ее, получить прибыль, а не проблемы и штрафы, всего лишь необходимо соблюдать нормы законодательства. Продажа плодово-овощной продукции, выращенной в своем личном подсобном хозяйстве, может осуществляться без уплаты налогов. Данные нормы закреплены в Налоговом кодексе Республики Беларусь. Не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, а также уплата налогов, если физическое лицо является гражданином Республики Беларусь. И плодово-овощная продукция продается на рынках и в других установленных для этого местах, а также другую продукцию растениеводства, за исключением продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады. Важное правило: продавать на таких условиях можно лишь то, что выращено на территории нашей страны. А вот чтобы получить освобождение от налогов, необходимо взять справку в исполнительном и распорядительном органе по месту нахождения земельного участка. Документ станет подтверждением того, что у физического лица либо его близких родственников есть земля, на которой он либо его близкие родственники вырастили сельскохозяйственную продукцию. Стоит отметить, что во избежание неприятных ситуаций, торгуя на рынке или в специально отведенных для этого местах, необходимо иметь такую справку при себе. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.